Приветствую тебя на своем канале. Сейчас я решил скачать еще одну карту в Майнкрафте. Не знаю, что из этого выйдет. Буду проверять. Погнали. Так, какой-то фонарик. Game Setting. Не нажимается. Так. Бла-бла-бла. Ой. Это у нас что? Press to start. Погнали. Андреал какой-то хрен представляет. Ничего не понятно написано, но очень интересно. О, хаос он. Одной квартиры. Хороший, красивый пол. Так, ну вроде все понятно. Я так примерно разобрался. Тут надо передвигать вот эту штуку вот сюда. А, нет, так. Так, молодец. Вот молодец какой. Давай, Бэтмен. Давай, мой хороший. Быстрее, быстрее, давай. Не понял. Что за засада? Угу. Все, приехали, что ли? Что за фигня-то? Коротковатый поршенек оказался. Все, конец игры. Опа. Все. Надо одновременно. Нифига. Все, я все понял. Может, я не понял. Но... Это херня непонятная. Для чего весь этот бред нужен? Ну бред же, а? Что за ерунда какая-то? Как? Для чего это все? Что, блин? О, май гад. Комплит. Открыто, блин. Как мышь прям какая-то, которая должна перетащить в лабораторные, блин, клетки. Что-нибудь такое, чтобы ей дали еду какую-то.
Закрывайте. Все, я готов. Так, а тут что интересное? Colors, блин. Цвета какие-то. Ну, начнем. Puzzle Hint. Hint. Так, что тут? Зеленый. Синий, зеленый, зеленый. Все ясно. Зеленый на зеленом. Широкую на широкую, короче, надо. Опять бредовато, конечно, как-то. Так, синий на синий. Да, вообще ничего не понятно. Ну что тут нажимать? Угу, все, я понял. Я все понял. Зеленый, сейчас там синий должно быть. Есть синий. Вторая оранжевая. Красная. Где-то. Желтая. Это у нас. Оранжевая. Это синяя, я все помню. Это у нас желтая. Вот засада, что как там, блин, почему синие уже, а, тоже синие, не хватило цветов, что за, опять за, вроде ничего сложного. Начнем сначала. Это у нас первое, что? Ну, блин. Какая ты цветом, зараза. Бэтмен тупит. Зеленое все. Так. Вторая. Красный должен быть. Красный. Третья. А, третья. Так, это у нас вот это какая. Да ёпарасоты. Азон. Дальше. Третья. Почему уже синяя переключилась? Ну что тут меняют, что ли, пока я там туплю. Ну блин, как это, блин, все. Ой, ничего вроде сложного, блин. Да, все равно, блин, сложновато. Может, все оранжевое сделать, тут и все, и забить на все, и сдохнуть с голода. Ладно, сейчас все заново буду отсюда начнем. Так, сейчас запомню. Первое. Ребята! А вы видели? Оранжевую игрушку! Пипец какой-то. Все, давайте мне сыр. Как мыши, блин, подопытные. Так, открыть надо двери тут. Все, пошли дальше. Молодцы. Хаус 3. Третий домик. Что тут у нас?
Миха. Что-то надо тут, наверное, приготовить какие-то. Так, левел сброс. Угу. Так, что там? Кирка. Так, толкать надо. Опа, есть. Так, уголь надо добыть. Все, начинаю я понимать. Это что у нас не добывается ничего? Еще уголь. Так, сюда идем. Так, готово. Палка готова. Готова. Так, дальше что? Идем. О, теперь вот это на что? О, теперь вот это надо. Ух ты, елки. Это не поддается пока магии. Это поддается. Все так просто оказалось на самом деле. Опять подходим. Ой, подходим. Готовь нам железо. Ох, какая ускоренная программа. Берем. Так, берем. Берем. Дальше что? Ага, ларнеточка. Доставься оттуда же. Так, ладно, начнем заново все. Что там у нас по инвентарю? Инвентаря нету. Палка есть. Погнали. Палка есть. Дальше. Так. У меня есть уже палка, блин. Добываем вот это вот что-то там непонятное, коричневая субстанция в виде гномика. Погнали, дальше делаем. Делаем. Кирочку. Сделали. Все. Теперь делаем монеточку. Готово. Теперь делаем рельсы. Вот все нарисовано, все ясно. Погнали. Добываем золотишко. Все тут, блин, по-детски ясно, блин, ёлки.
Вот золото у нас много, всего много. Сейчас все будет, ребята. Еще тут и там. Переплавляем золотишко. Давай. Почему-то 5. Забираем золото. Так, теперь делаем 6. Да как же я тебя пропустил. Золотишко ты мое. Так, теперь делаем вот эту херню. Что мы делаем? Готово. Все, мы починили. Пускай вагонетку. Петрович, пускай вагонетку. Так. И убрать нам. Ой. О, нет. Все уехало. Вагонетка кому-то. Капец какой-то. Что дальше? Открыли дверь, запустили. Давай. Хаос стоит. Ну, действительно, хаос какой-то. Так, рычажок опустили. Рычажок подняли. Готовы. Давайте. Bradley Numbers. Короче, не знаю, к сожалению, английского. Обойдем, посмотрим. Так. 1-1, 0-1-1, 0-0-1. Ну, что это значит? А, нажимать надо. 1-1-0. Один, один, ноль, ноль, один. Так, дальше обойдем, посмотрим. А, ноль, ноль. Но если бы не мой помощник внутренний. Дальше что? Ёлки. Готов. Погнали. Что здесь надо сделать? Танцевать брейк. Фристайл. Так. Типа лабиринта. Ну я же говорю, все опыты, как на мышах делают. Я всегда стараюсь по левой стороне идти. Что-то не садится. А, и садиться не надо. Что-то там написали нам. По-английски опять. Вторую кнопку надо найти. Все, я все понял. Теперь по правой пойдем, обманем всех. Понятно, никуда. Я так понял, что вторую надо кнопку здесь найти какую-то, наверное. Надо заняться английским. Вот она, вторая. Все, что, левел комплект? Нет? Третья кнопка.
Ну ладно. Найдем для вас третью кнопку. Сейчас найдем вообще выход. Нашли выход. Но опять мы здесь были. Так вообще вот непонятно, как проходить дело было. Точно! Как я сразу не поняла! Ну что, вот это все надо проходить? Мне что, делать нечего, что ли? Блин, ну это ерунда какая-то. Хаос 6. Я готов. Так. Кровавые следы ведут. Откройте, я все передумал. Стойбы какие-то так. Нажимаем то. Пригодится. Подожжем сейчас все. Все ясно. Так, три спички у нас. Вставляем. Ну что, что там? Готово. Это, оказывается, рычажочки. Но они запускаются. Запустились. Запустились. Мимо. Все, мы свободны. Не знаю, как вот этот рычаг сработал. Но тоже неплохо. Ой, блин, ну бред какой-то. Что это? Еще Seven House. Ух ты, дерется что-то тут. Надо пропрыгать. Пропердеть, наверное, гимн какой-то надо. Я готов, сейчас нажимаю. Так, бла-бла-бла. Красный блок убивает. Прыгайте. Короче, дым что-то там, наверное. Угу. Ох, кто убила. Не допрыгнул. Так, ясно. С разгона попробуем. Нажать сюда. Ну, не получилось. Два блока. Какой убийственный, блин. На красный как-то надо попасть. На 5 даже тут. На этот я не помню, прыгал. Как калека какой-то. Да что ты так рано убиваешься? Да! Еще одну надо на желтую прыгнуть. На самую среднюю. Вот зараза, как тут. Надо хитрости взять. Да отстаньте от меня, блин. Аж кровавые следы потекли. Ладно. Разгонимся, прямо аж будем бежать. Да херушки, он прыгает. Я не знаю. Я сдаюсь. Как тут прыгать?
Я не знаю, как у меня так получилось. Там буду вздыхать, блин, пока не... Почему он вздыхает, блин? Я же прыгаю на этот камень, ну... Я не знаю, блин. Все сложно. Ой. Какая-то херомань. На, вот тебе еще. На, блин. Херня этот уровень, херня. А, уровень, херня. Сделали бы красную, ой, зеленую, как на матрице. Что на этот раз приготовили бы? Какая-то затормозка. Готов я уже, куда нажимать там на готовность? Опа. Это что, меня посадили в психиатрическую больницу? Эй. Эй. Что происходит тут? Что тут, невидимые какие-то блоки? Засада какая-то. А, все ясно. Лохматость повышенная. Так. Ага. Здесь нам не пройти, здесь тоже не пройти. Все-таки, мне кажется, это психиатрическая больница. Меня посадили сюда, я сражаюсь с невидимыми блоками. Я их побеждаю, смотрите. Невидимые блоки, я побеждаю невидимые блоки. Ну, почти. Так это не работает, ну ладно. Да я их вижу, я просто прикалываюсь. Да господи, из одного психиатрического отделения в другое. Так, тут что у нас? Нажимаем. Ничего не понятно опять. Красиво. Так, блин, ну что? Ничего не меняется. Значит, не вижу вообще изменений. Что за херня происходит, блин? Ух ты! Я вообще не понял, что тут? Клавиши, клацаешь. Какая-то херомань. Так. Загорелся, значит, понятно. Поток загорелся. Загорелись все. Все. Тут вообще ерунда. Готов. Ой, кнопку поломал. А, кнопку надо найти. Ну, это понятно тут. Ага. Это да. Так, а тот что? Я думаю, это придумал психиатр какой-то, псих, который лежал в больнице, ему вот это вот все привиделось, блин, он решил. Невидимый инвентарь. Огниво.
этого. Да ёб... Всё. Загори спичку. Есть такое дело. Дальше что? Вот. Сразу даже. Всё. У меня спички есть, смотрите. О, левел комплит. Ну это, конечно... Это, конечно, да. Это псих стопроцентный сделал. Стопроцентный псих. Других комментариев нету. Просто, блин, это... Всё, всем пока.